Казахстанские водители смогут не возить с собой права, техпаспорт, страховку и документы о техосмотре. Такая информация появилась сегодня на страницах агентства «Казтаг» со ссылкой на сообщение министра внутренних дел РК Ирлана Тургумбаева. В ведомстве инициируют норму закона, по которой не обязательно водителю транспортного средства возить с собой все правоустанавливающие документы. Хватит только удостоверения личности, потому что по удостоверению личности, по планшету, мы видим, каким транспортным средством владеет, сколько доверенностей выписано, когда страховой полис у него заканчивается, когда он проходил технический осмотр, сколько у него административных штрафов. Это мы на сегодняшний день можем сделать, сказал сегодня Тургумбаев на заседании Мажилиса парламента. Скорее всего, водители не будут возражать против такого новшества. С проверкой документов. Вот сейчас именно, вот сейчас, да? Нет, вообще, в принципе. Но сейчас усиленный режим, а вообще? Не, вообще-то не останавливают, потому что, я не знаю, может, я коренной житель. Меня ни разу не останавливали. А вы возите с собой документы? Ну, конечно, все документы, все возим с собой, обязательно. Вот сейчас собираются принять закон, по которому можно возить только удостоверение личности. Все остальное будет в базе. Вы как к этому относитесь? Ну, приветствую. Чем лучше, да. А еще бы лучше, блин, просто глаз показать бы и все, и никаких бумаг не носить. Отмечено также, что данная норма будет действовать только на территории Казахстана. При выезде за пределы страны все документы должны быть у водителя в наличии. Кроме того, планшеты планируется интегрировать с наружными камерами наблюдения. С внешнего видеорегистратора сигнал о нарушении сразу поступает оперативному дежурному. Выезжает патрульная, которая задерживает данную автомашину. Плюс уже нет таких сеток, которые закрывают либо меняют номер, потому что в базе данных забиты цвет, номер автомашины, которая соответствует номеру. По мнению министра МВД, таким образом можно минимизировать количество угонов. Но пока нововведения не приняты на законодательном уровне, все остается по-прежнему. Каждый водитель обязан предъявлять правоустанавливающие документы по первому требованию полицейских. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт».